Сегодняшнее наше мероприятие называется Speaking Club. Она проводилась в формате Eat and Learn, то есть учись и кушай. Сегодня мы собрали всех желающих для того, чтобы посмотреть, насколько дети у нас мотивированы. Пришло много деток, все были вовлечены, ребята, воспитанники детского дома. В дальнейшем мы также планируем проводить эти мероприятия в плане как клубы. Мы провели... Сначала мы показали видеоролик для деток. По этому видеоролику мы провели несколько активитис, несколько заданий. Им очень понравилось реакция детей, то есть это дает нам также мотивацию для того, чтобы мы в дальнейшем продолжали делать эту работу. Была поддержка со стороны детского дома Айналайн, также все, что они нам предоставили место, также помогли нам в организации сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое им. Что делать нас со своим? Будет. Как вы? Wake up. Ernest. Я буду Ernest. То есть, I wake up Ernest. Понятно? Наш проект осуществляется при поддержке Всемирного банка, а также Министерства образования. Целью проекта является социальная адаптация воспитанников детского дома посредством интенсивного изучения английского языка. Сегодня было проведено мероприятие English Speaking Club, в котором приняли участие детки всего детского дома. Оно было проведено в нестандартной неформальной обстановке. Мы просмотрели видео, поиграли, используя различные виды и формы обучения английскому языку. Ребята смогли погрузиться в англоязычную атмосферу, посмотреть фильм, а также обсудить. Эти мероприятия очень полезны и важны для развития и укрепления английского языка учащихся детского дома. Each picture is words. For example, to ask for what is it? Мне все понравилось, все было очень хорошо. Преподаватели тоже очень клевые, общительные, дружелюбные. Понравились конкурсы, было очень-очень круто. Where have you been?